Скульптуры, вдохновленные природой, уральская мастерица Александра Лукьяненко создает фигуры из цемента. В коллекции девушки уже больше 20 изделий. Подробности у Елены Пряхиной. Загадочный страж, старичок-боровичок и 200-литровая пивная кружка. Все эти скульптуры сделала из цемента Александра Лукьяненко. А этот пионер особенно важен для мастерицы. Именно с него 3 года назад женщина начала свой нелегкий творческий путь. Это первая скульптура. Мне не рассказала моя лучшая подруга, что в лесу живет такой заброшенный пионер. У него не было ни руки, то есть вот от плеча, у него не было лица, не было ушей. Александра рассказывает, собирала его по кусочкам, и теперь пионер с горном в руках выглядит как новенький. Все ее скульптуры рождаются здесь, во дворе дома в окрестностях Кировграда. Верные помощники мастерицы – тазик, ведерко и мастерок, который хоть и обычный, но самый важный. Им Александра смешивает песок и цемент. Для того, чтобы раствор был воздушным, в тазик добавляют немного жидкого мыла. Разбавляют водой, и состав готов. Варится каркас. На каркас ложится уже сетка. Сетка закрепляется проволочками. То есть мы все стягиваем. Все так крепко, чтобы она стояла. На каркас слой за слоем мастерица укладывает цемент. Состав будет сохнуть около 11 часов. Поэтому у Александры есть время заняться другими скульптурами. Например, на будущую кружку она наносит уже чистовой слой и формирует его под кору дерева. Идея для скульптур, рассказывает мастерица, черпает в природе. Гуляя по лесу, она изучает каждый цветок, дерево или травинку, а затем воплощает в своих работах. Но это лишь хобби. Трудится Александра Лукьяненко в администрации поселка. И после тяжелого дня руки сами тянутся к инструментам. Абстрагируешься от всего. Есть время побыть наедине с самой собой, все осмыслить, принять все нужные решения. То есть где-то музыка какая-то играет легкая, что вот прямо эйфория, птички чирикают, кузнечики стрекочут. В коллекции Александры уже более 20 изделий. Их она дарит своим знакомым и родственникам. В планах мастерицы превратить в произведение искусства собственный дом, украсив его стены барельефом из цемента. Елена Пряхина, новости, Первоуральск.